Добрый день, вы смотрите «Дельфи Главное», с вами Олег Ерофеев. Это праздничный выпуск. 11 марта Литва отмечает 31-ю годовщину восстановления независимости. Это случилось в 1990 году. И вот Литва – страна возможностей. Пишет на своей странице в социальной сети Facebook молодой предприниматель из Санкт-Петербурга, основатель музея иллюзий в Вильнюсе Матвей Линов. Литовцы любят и гордятся своей страной. Литовцы на самом деле лучше, чем сами о себе думают, особенно молодежь. И здесь удалось создать честное государство. В обществе царит дух справедливости. В Литве нет бюрократизма. В Литве заработать миллион проще, чем украсть. И Матвей сегодня с нами. Матвей, приветствую вас. Приветствую. С праздником и вас также. Спасибо, и вас с праздником. Кстати, отмечаете? Пока нет, пока разбираюсь, какой из дней независимости отмечать. Ясно, хорошо. Да, можно дат несколько на самом деле есть. Можно все подряд праздновать. 1000 лайков и шеров в литовском сегменте Фейсбука, цитирование ведущих СМИ вашего поста, обвинения в приукрашении действительности тоже были. Общественность, можно сказать, кипит. Ожидали ли вы такой бурной и массовой реакции на вашу запись в Фейсбуке? Ну, настолько большой, как получилось, конечно, не ожидал. Я больше писал пост для друзей своих, и их не так много, я не думал про 1000 шеров или комментариев. Конечно, такого не ожидал, тем более цитирование. Вообще, внимание к моей персоне явно преувеличено в последние несколько дней, но уж как сложилось. Видимо, слова были точные или актуальны, или вовремя. Бывает такое, что иногда можно попасть какими-то словами точно в тему. Ну, привыкайте, вы уже становитесь медийной персоной. И отчасти уже начали отвечать на мой вопрос. Вот есть ощущение, да, что проснулись знаменитым за одну буквально ночь или за один день? Да? Наверняка. Ну, нет, я очень спокойно к этому отношусь. Это комментарии к записи, Это же не... Я не публичная персона в целом. И нет цели ей быть никогда. Просто неожиданно написал слова, которые многим понравились или не понравились, или что-то взбудоражили. Ну, в общем, оказались актуальны. Ну вот действительно, как вы считаете, как вы думаете, почему ваши слова вызвали такую бурю и позитивных, и в том числе были и негативные реакции? Но, наверное, больше все-таки позитива. Ну, реакции были разные, это нормально. На все должно быть и позитивная, и негативная реакция. Тем более, если что-то имеет сильную эмоциональную оттенку. Скажем, я пост писал честно для друзей, в основном для друзей, конечно, не для широкой общественности, поэтому, наверное, получился довольно эмоциональным, и поэтому на него и много реакций. В принципе, мне сложно судить. Мысль, которую я там озвучил, основная, то, что Литва лучше, чем литовцы о ней думают, она у меня есть давно уже. Но у меня и взгляд на Литву со стороны. Я не прожил здесь 30 лет, чтобы видеть, как она медленно изменяется. Я прожил здесь 5, уже почти 6, и в этот момент изменения были очень сильные. Поэтому для меня страна меняется сильно, быстро, на глазах. И я, в общем, вижу лучшую версию Литвы из всех, что была, а худшей, очевидно, не видел. Не застали, поэтому, конечно, да? У меня... А вы написали, что в своей записи в Фейсбуке, что обычно не делитесь вот так мыслями так подробно, детально, а вот тут решили сделать. Это совпало с тем, что вы получили постоянный вид на жительство, да? Вот все-таки конечно, что вас... это был главный стимул. Вот это и был стимул, это и побудило вас написать, да? Да. Потому что тут можно тогда сразу, наверное, отметать и тех критиков, которые вас в комментариях, можно было тоже читать, обвиняли в том, что вы пишете и хвалите для того, чтобы там получить какие-то там очки дополнительные, еще что-то. То есть я так понимаю, что тогда человек бы это делал до получения постоянного вида на жительство. Во-первых, да. Во-вторых, эти все комментарии, их довольно много, там 600 с лишним. Я отвечал только друзьям, ну, вначале, когда не было ажиотажа. Потом уже не отвечал на комментарии, потому что их стало огромное количество. Я в первую очередь увидел там огромное количество позитивных. Я увидел там дальше большое количество людей, которые не согласны, которые считают, что жизнь в Литве хуже, чем я описываю. И это для меня точно иллюстрирует то, о чем я писал, что Литва действительно лучше, и некоторые люди думают о ней хуже, чем она есть. И какое-то случайное количество комментариев с какими-то там теориями заговоров или чем угодно, но они всегда появляются в любом случае, поэтому, конечно, к ним я отношусь.
В общем, получилось, с нисхождением, скажем так. Для себя вы увидели в этих комментариях, в этих отзывах подтверждение вашим словам, да, по существу, да, по сути? Ну, во-первых, я получил очень большую обратную связь, положительную. Мне там сотни людей написали личные сообщения. Из этой сотни два были странных, а 98 благодарили, говорили, что им приятно. И это, я вижу, что это людей тронуло, им действительно приятно. То есть, во-первых, это очень положительный отклик для меня лично. Во-вторых, конечно, там в основном был позитив. Ну, а там, где люди писали, что нет, в Литве все еще много бюрократии, возможно, они оценивают, скажем, Литву за последние 20 лет. И тогда, конечно, бюрократии было больше. Я оцениваю Литву за последние 5 лет, потому что я вот только в этом периоде имел возможность столкнуться с государственными учреждениями, скажем. Я пока с бюрократией не столкнулся нигде. И действительно, текст вот состоит из, ваш текст состоит из 7 пунктов. И по каждому из этих 7 пунктов, наверное, можно было бы спорить отдельно и делать отдельную передачу, и времени не хватило, потому что много и такого, если можно так выразиться, ну, философского содержания в некоторых моментах, да, их можно обсуждать или оспаривать, и обсуждать с разных сторон. Но, тем не менее, совпало еще все это с тем, что ваш пост появился, ну, незадолго до празднования 31-й годовщины восстановления независимости Литвы, а это всегда некий такой, ну, своего рода какое-то подведение итогов каких-то промежуточных, вот что мы за это время как бы сделали, построили. И тут очень такой positive thinking получился, да, с вашей стороны. Вы попали в эту струю, и ваши комментарии оказались в публикациях, ну, ведущих публицистов, журналистов литовских, своего рода подводя черту под теми достижениями, о которых, может быть, мы несправедливо забываем, те, кто здесь живет все время, постоянно, и уже привыкли к ним, потому что это наша повседневность. Вот. Но для вас, как для человека, который здесь живет 5 лет, что главным образом за это время изменилось? Вы написали в конце, что Литва за это время вас изменила. И эти изменения хорошие и серьезные. Вот что это за изменения? Расскажите, может быть, немножко подробнее. Если говорить про мои личностные, то в первую очередь они стали, в принципе, убеждения стали гораздо более близки к пацифизму, скажем так. Для меня на второй план отходят идеи конкуренции, на первый план вышли идеи сотрудничества, развития. Появилось гораздо больше возможностей, что личностных, то есть больше свободы и совершенно свободы перемещения по миру и свободы создания того, что мне нравится создавать, и свободы выбора в разных совершенно местах. Этого однозначно стало больше. Я, наверное, сказал бы, что я стал более свободным человеком, более добрым и более свободным. Одновременно я также смотрю, как Литва меняется как страна, и понимаю, что, условно говоря, опыт построения различных систем и их изменения стал для меня более очевидным. Как пример, могу, скажем, привести департамент миграции, с которым я, покуда как эмигрант, сталкивался постоянно и там 4 раза подавал документы за эти годы. И в первый раз это было настолько отлично от всего, что происходит в Литве. Это была просто отвратительная организация, где людям хамили, заставляли стоять в живых очередях в 7 утра по сотням человек. Невозможно было записаться на прием и так далее. И это даже сильно отличалось от всего, что я видел в Литве. Через несколько лет появилась огромная общественная критика департамента, и, видимо, эти проблемы вылезли на поверхность, они стали очевидны всем. И сейчас, когда я забирал карточку, департамент миграции находится в новом здании, там сидят приятные молодые девушки, запись без проблем происходит за 2 дня, они все улыбаются, и туда, ну, просто приятно приходить с ними общаться, они там, если надо, что-то помогают, это нормальное обслуживание. Я увидел, как эти изменения произошли за то время, что я здесь живу, за вот эти 5 лет, причем разительные. И мне это, конечно, помогает понимать, что можно быстро все менять, если захотеть. Это касается меня лично, и моего бизнеса, и стран разных абсолютно. В общем, такое понимание у меня сформировалось именно благодаря Литве, вот об этом я уверен. Хорошо, раз так произошло, давайте тогда начнем с того, как вы в Литве оказались. Да, вы приехали из Санкт-Петербурга 5 лет назад. Причина переезда ваша, она в чем заключалась? То есть по каким... Это был, наверное, набор комбинированных факторов. Тут нет какого-то одного главного политического, экономического или социального. В принципе, я по ментальности еще не определился, кому я ближе.
Но, скажем, даже в Петербурге, Петербург – это культурная столица России. Петербург – это, наверное, в России лучший город для жизни. Он действительно культурный, он самый интересный, самый разнообразный. Я бы не сказал, что я чувствовал, что в Петербурге вот мое место. Я жил много в Таиланде до этого. Там хорошо жить зимой, но ты не чувствуешь никакой связи с местной культурой, с людьми, с обществом. Был в многих странах в Азии и в Европе. И, в общем, из всего европейский менталитет, конечно, мне намного ближе, чем, наверное, сейчас современный российский или чем азиатский. Ну, не говоря уже про там, Африку, например. И поэтому я чувствовал, что мне, может быть, понравится жить где-то в Европе. Это было главным фактором. Дальше комбинированные политические митинги, экономические и, в принципе, довольно высокий уровень агрессии среди населения. Я ни в коем случае не хочу драматизировать жизнь в России, особенно в Петербурге. Можно прекрасно жить всю жизнь, быть счастливым человеком, чем огромное количество людей занимается. Но мне казалось, что мне будет интересно приехать, и мне будет лучше жить в другом месте. Сейчас уже сложно сравнивать, потому что я сравниваю Петербург 5-летней давности и Литву 2021 года, и, конечно, разница огромная. В принципе, даже когда я переехал, разница чувствовалась сильно в разных аспектах, которые я даже не ценил до этого. Я, например, никогда не думал, что воздух может быть сильно чище. Я буду замечать это физически. Быстро привыкли к чистому воздуху? Я в один день осознал, что он неожиданно чистый, что я этого чувствую. То есть я до этого не думал, что у меня организм способен чувствовать воздух. И когда переезжаешь, выходишь из самолета, идешь по городу, у меня не было никакого чувства свежего воздуха. Знаете, как когда в лес приезжаешь из города. Но где-то через месяц я начал чувствовать, что я просто по-другому действительно ощущаю воздух. И для меня это было неожиданное впечатление, потому что просто я этого не чувствовал раньше организмом. И не чувствовал, скажем, в Таиланде. Может быть, конечно, это психологический эффект такой тоже от переезда, знаете, эффект перцептивной готовности, когда ты видишь то, что ты готов видеть. Но факт остается фактом. Это было немножко такое отступление в экологию, да? Давайте поговорим еще о воздухе, но в воздухе уже таком экономическом, что ли, если можно так выразиться, этой атмосфере. У вас был конкретный план, когда вы собирались переезжать в Вильнюс, в Литву, что вы вот будете заниматься именно здесь тем-то и тем-то? Открывать музей иллюзий, до этого, насколько понимаю, сначала была Escape Room, да, в Вильнюсе? У меня был план заниматься бизнесом, открывать первую фирму свою и разбираться, что это такое, как это работает, пробовать. У меня было понимание, что у меня бизнес навыков ноль, потому что никогда этим раньше в жизни не занимался. И было понимание, что я не хочу в своем первом бизнесе разбираться там, со взятками, с пожарными, с какими-то проблемами, которые в моей голове не должны существовать вообще. Поэтому, в общем, одно из решений, тоже очередное, что подвело меня к приезду в Литву, что мне казалось, что здесь будет для бизнеса лучшие условия и проще. И на тот момент, когда я переезжал, действительно, я открывал первый бизнес, действительно, это все было очень просто. Первый бизнес был эскейп-игры. Это были первые эскейп-игры в Прибалтике. Через год после нашего открытия они уже были везде. Это была мода очень сильная на весь мир. Когда я переезжал, я только один раз видел нечто похожее в Москве в тот момент. И мне казалось, да, что это будет интересно, что этим можно заниматься как бизнесом, что это отличный эксперимент, и так оно и получилось. Музей иллюзий пришел позже уже, он вышел из этих эскейп-игр, когда уже появилась маленькая команда сотрудников, которые там работали. Уже мы стали что-то замечать, обсуждать, и оттуда выросла идея музея иллюзий, когда мы увидели, что люди просто поражаются довольно простым трюком с зеркалом, который у нас был в одной из комнат. И дальше мы решили попробовать сделать целый музей на эту тему. Собирали идеи, что-то придумывали, что-то копировали, что-то компоновали. Долго искали помещение, по сути, сделали музей. Потом он беспрерывно трансформировался, и сейчас, через 5 лет, это уже 150-я версия музея, уже от начального осталось, наверное, 5 экспонатов. Но мы все это время росли, придумывали, развивались, и все это как раз было довольно просто в плане отношения страны и государства, это было все очень просто. И дальше мы еще открыли 2 музея таких же. Один в Польше, другой в Болгарии. Оставляя главный центр в Вильнюсе, у нас здесь вся команда, и все склады, и вся логистика, и производство экспонатов. И тоже пока что выглядит, что Литва была для этого очень хорошим выбором. То есть вы экспонаты не закупаете, вы их производите сами, все делаете сами, проектируете? Мы частично закупаем по всему миру, что-то в Америке, что-то в России.
что-то в Европе, что-то делаем целиком сами, а что-то закупаем частично и дальше из этого собираем сами экспонат. У нас большая экспозиция, поэтому много разных требуется вещей делать. Музей в Литве, это, по-моему, был первый музей иллюзий в Литве, судя по тому, что я читал. До сих пор у нас такого места, такого музея не было, да? Это был первый, да. Дальше открылось несколько копий или похожих организаций. Они отличаются чуть-чуть идеологией, отличаются чуть-чуть принципами. Но, в общем, нечто похожее, можно сказать, что сейчас есть. Я думаю, что в Литве сейчас самая высокая концентрация иллюзий в мире, потому что можно на них посмотреть в любом крупном литовском городе. Все они находятся очень близко друг от друга, поэтому думаю, что даже другой такой страны нет в мире, где столько иллюзий сконцентрировано на небольшой площади. Я уже предвосхищаю некоторых, наверное, ваших критиков, вашего поста, что вот тут концентрация иллюзий из уст своего рода ваших. Наверняка и такие обвинения были, да? Да, я тоже вполне себе мнение. Что касается вашей команды, вы подбирали людей в Вильнюсе, в Литве из числа граждан Литвы или смотрели также вот как-то в мигрантской среде экономической или какой-то другой? Какой принцип там был и как вы собирали, подбирали команду? Мы искали сотрудников на те должности, которые нам нужны были в определенный момент. И по итогу, с мигрантской средой я совсем не связан, поэтому я даже не знаю, искать в мигрантской среде, я не очень понимаю, как это делать и куда. Нет, кроме меня все литовцы, вся литовская команда, и мы просто искали сотрудников на нужные позиции, когда нам, первые сотрудники мне нужны были в Escape Room, мы еще с вами разбирались, что делать, потом у одной девочки там уже были явные лидерские качества, и мы, когда открывали музей, она уже стала там первым менеджером, сейчас она руководитель проекта, но покуда все расширилось, сейчас у нас есть и руководитель проекта, и 3 менеджера, и специалист по обучению, и рекламный специалист. И сейчас все это уже расширяется, естественно. Но да, все литовцы, мы просто искали людей, которые нам нужны, чтобы выполнять те задачи, которые у нас стояли. И ваше впечатление вот о коллективе, о тех людях, с которыми вы сталкивались и работаете? Может быть, кто-то не прошел, наверное, отсев, да? Естественно, команда та, что есть, она есть сейчас. Что можете сказать вот об этой области, да, которая связана непосредственно с вашим бизнесом, работники? Если опять упоминать тот же пост, с которого все это началось, то, конечно, эти люди до сих пор оказывают очень большое влияние. Я и у них учусь работать, я у них учусь мотивации, я вижу, как они живут и что они делают, к чему стремятся. У них хорошие, здравые стремления, и, конечно, у нас отличная команда. Понятно, что... я про свою команду не мог и сказать другого тут... Не было вариантов. Мы много лет уже работаем, с кем-то по 5, по 6 лет, с кем-то по несколько, и многому вместе учились. То есть у меня в данной области было, естественно, почти нулевое понимание, как это делается. Со временем оно пришло, мы вместе учимся, вместе растем, вместе разбираемся, вместе теперь ездим по миру, открываем другие музеи. Ездили в последний год, понятно, что... Да, мы еще поговорим об другими вещами. О карантине, да. Да, то есть это хорошие люди с чистыми стремлениями, высокими навыками. Опять же, если говорить про языки, меня до сих пор ставят в ступор люди, когда ко мне приходит на работу парень, ему 20 лет, он говорит по-польски, по-русски, по-литовски, по-английски свободно, еще учат французский. Многоязычие, такая визитная карточка. Да, для меня это фантастика до сих пор. А как в Санкт-Петербурге? Сравниваете? Интеллигенция говорит по-английски частично. Я, например, учился в очень хорошей языковой школе, которая считается, можно сказать, даже, элитной по меркам Петербурга. Вторая гимназия. Вторая, потому что, действительно, вторая гимназия была в Российской империи там, с 19 века. Дети Пушкина учились. Очень старое образовательное учреждение со своими традициями в самом центре Петербурга. И главное, что у нее языковой уклон. Английский, в первую очередь. Да, второй язык, там, французский или немецкий, все изучают. Я после школы говорил по-английски, но только потому, что играл в огромном количестве онлайн-игр, и у нас там были все чаты по-английски. Все мои одноклассники, кто не имеет языковой практики, постоянные английский забыли мгновенно. То есть язык — это не вопрос даже обучения, это вопрос скорее культуры. И литовская молодежь, я сначала не понимал, почему у всех идеальный английский, потом понял, что фильмы не дублируют на литовский язык многие.
Это просто дорого, многоголосный дубляж. И молодежь смотрит в оригинале любой сериал, любой Game of Thrones. Они с 13 лет, с 12 смотрят в оригинале. Это сразу дает прекрасный английский язык. Вас посещают иногда мысли, вот все-таки, а может быть, там вернуться, какая-то ностальгия, да, съездить, посмотреть, как там, еще раз сравнить? Или есть определенность здесь уже какая-то? Вот Вильнюс это мое. Я планировал в 2020 году с друзьями литовскими съездить в Петербург, провести им экскурсию, показать, что как. Сейчас 5 дней теперь можно без визы всем литовцам. Это действительно удобно. И запустили прямые рейсы в Визаир в Петербург, довольно дешевые. И это был отличный момент вот съездить в компанию погулять на 5 дней. Я бы тоже проветрился, посмотрел, во что там происходит. Но мысли нет. Нет никакой мысли переезжать обратно абсолютно. Ну, то есть, если меня выгонят из Литвы по каким-то причинам, конечно, я поеду обратно, но пока не посещала. Ну, после получения постоянного вида на жительство нужно очень постараться, чтобы действительно что-то такое случилось. Вы сказали, что есть планы по расширению своей деятельности предпринимательской, что прозвучало вот в момент, да, карантина еще действующего, тем более второго, очень интересно, потому что многие жалуются, наоборот, в Литве, что и действительно многие предприятия, бизнесмены терпят убытки и пользуются различными компенсациями со стороны государства. А как у вас обстоят дела? Вот, возвращаясь к разговору о бизнесе, о том, что вы делаете. Как вы переносите этот карантин? В общем, как и все, только чуть лучше. Мы получили государственную помощь в первый карантин. Мы получили компенсацию аренды частично. Мы получили субсидии за простой. Мы получили там выплаты, которые касались ГПМа, возврата. И, конечно, ситуация у нас была плачевная или катастрофическая. Мы 2020 год отработали в огромный минус, но частично его компенсировало государство. Остальные деньги мы компенсировали из того, что у нас было. Понятно, что у нас все запасы исчерпаны, и никаких инвестиций куда-то мы сейчас говорить не можем. Мы действительно думаем, как дожить до лета. Но, опять же, идет разговор про второй пакет помощи бизнесу, и мы как бы надеемся, что пока похоже, что мы до лета доживем. В этом все заинтересованы, и мы, и арендодатели, и государство. Так что понятно, что на ближайший период мы не думаем ни о каких расширениях, но, может быть, к концу года или в следующем году все равно эти возможности появятся. Сейчас виден просвет, виден конец этой истории. Сегодня, например, уже известно, что вакцинация работает. Израильтяне, скажем, вакцинировали 40% населения, можно посмотреть их данные. Все понятно, все проходит. То есть остался только вопрос, сколько нам ждать, пока мы вакцинируем 70%. Из тех, кто не хочет вакцинироваться, там многие уже переболели наверняка. И все, вопрос будет закрыт, мы будем дальше работать, дальше копить, дальше придумывать, дальше жить дальше. Что ж, успехов вам в этом деле, как и всем остальным другим предпринимателям в Литве. А я бы хотел с вами еще продолжить разговор и поговорить о среде общения. Да? То есть, когда вы переезжали в Литву, в Вильнюс, у вас были какие-то иллюзии относительно того, как это должно быть, и вот столкновение с действительностью, как это на самом деле все выглядит? С кем вам общаться, где искать какие контакты, чтобы интеграция проходила быстрее и так далее? Освоение языка? У меня не было каких-то конкретных мыслей про это. Я не думал, не ставил себе цель, что мне нужно интегрироваться, я должен с этим торопиться, я что-то должен делать для этого. Я просто переехал жить и занимался своими делами, условно говоря. А дальше все равно круг общения получается, он все равно появляется. И если я работал бизнес в реальном секторе экономики, это обслуживание, это customer service, это либо музей, либо квест, и все равно ты сталкиваешься с людьми, ты работаешь с людьми в команде вживую. И так или иначе круг общения появится. Единственное, что я не хотел делать, что у меня было в голове, но тоже не было первоочередной мыслью, что я не хочу уезжать из России и организовывать маленькую Россию за пределами России. Знаете, есть американская история про мигрантов, которые уезжают из России, а потом делают маленькую Россию и общаются там в том же самом кругу, как и раньше общались, только теперь живут в Америке. Этого мне делать не хотелось. Брайтон-Бич имеете в виду? И другие? Я не знаю, как конкретно это называется. Я так понимаю, что есть и локальные такие общины. Комьюнити, такие общины, да.
в городе. Но я все-таки приезжал жить в Литву, а не уезжал из России. У меня не было цели покинуть Россию и жить где угодно. Мне нравился Вильнюс, мне нравился город, мне нравилась архитектура и до сих пор нравится. И мне нравилось, что это культурный центр. Мне нравилось, что здесь есть традиции, фотографии. Мне просто нравится общество, мне нравятся эти маленькие бары в старом городе. Мне вообще нравится старый город. Так что, да, у меня не было цели именно интегрироваться срочно как-то в это общество. И тоже первый год я довольно медленно, скажем так, продвигался с изучением литовского языка. У меня тоже не стояла цель, что я должен срочно выучить литовский. Первая цель у меня была, конечно, вот первый бизнес, он экспериментальный, он интересный, там куча проблем, которые ты никогда не знал, как решать, все это сваливается, и вот я был увлечен этим в основном. То есть со своими работниками при построении бизнеса здесь вы на первых порах общались на английском, да, наверное, и на русском? Да. Или только на английском? Да. В основном на английском, да? На русском. Да. То есть, в принципе, этого хватало, да? Ну, в Вильнюсе почти все говорят по-английски или по-русски, и я свободно говорю на обоих, поэтому общение как бы... Я не чувствовал никакого дискомфорта, общаясь по-английски. Судя по тому, как сейчас молодежь говорит, они все говорят по-английски же лучше меня. Они тоже никакого дискомфорта не испытывают, с кем-то говорить по-английски. А потом, когда вы уже все-таки решили, что вам нужно как-то усиливать, да, знания свои литовского, изучать его более, скажем так, углубленно. Что вы стали тогда делать? Это было только общение с людьми вокруг вас, или вы репетитора нанимали, шли на какие-то курсы? У меня курсы? Вот не было такого переломного момента, когда я решил что-то, что мне надо менять, или что мне надо что-то изучать. Я просто начал по очереди говорить все, что слышал. Ну, то есть выучить там Ачо Висагяро и разобраться, что это такое, почему мне говорят иногда Висагяро, почему Виса, что в чем разница. Что это значит, это очень просто. Дальше там еще 10 слов. Дальше какой-нибудь оборот выучил, уже может повторять, как попугай. Дальше еще оборот. И, в общем, до экзамена, который я сдавал полгода назад, я и не занимался обучением по итогу. У меня еще до сих пор огромные проблемы с грамматикой. И вот ее надо действительно садиться и сильно изучать. Я очень хорошо все понимаю. Говорю так, что меня могут понять, но с кучей ошибок. А грамматику и писать вот тут надо, конечно, еще поучить. Как собираетесь это делать? Тоже так, практикой или нанимать будете кого-то? Тут 10 уроков, которые я брал перед экзаменом, они были полезны. Поэтому думаю, что да, с преподавателем это проще всего. Какое впечатление литовский язык оставил и оставляет? Вот, как, что для себя вынесли? Во-первых, он фонетически с русским созвучный, и все можно произнести. Это тоже один из его больших плюсов. Скажем, в Таиланде, даже когда ты пытаешься выучить пару местных фраз, ты некоторые не можешь произнести, потому что у тебя то ли гортань устроена по-другому, то ли еще что, но ты физически не можешь эти звуки издавать. В литовском все произносимо, это уже неплохо. Дальше ты ищешь какие-то аналогии с чем-то, быстро понимаешь, что аналогий нет и не будет, ну, воспринимаешь это как данность. Все, дальше просто уже... Ну, звук привыкаешь к звуку, привыкаешь к словам и... Даже не знаю, как его воспринимать. Никаких сейчас у меня нет особенных идей. Язык как язык. Бывает так, что ловите себя на том, что думаете по-литовски? Или пока еще такого нет? Да, я когда говорю по-литовски, я думаю по-литовски. Так и есть, да? Вы переключаетесь да. просто. Да, я когда говорю по-английски, я думаю по-английски, когда говорю по-литовски, я думаю по-литовски. Ну, замечательно. То есть у вас тогда, если дальше так все пойдет, так вы скоро будете на литовском, я думаю, и лучше, чем некоторые наши коренные жители говорить. Ну, у меня нет цели стать лучше, чем коренные здесь. Опять же, скажем, я хорошо очень понимаю документы все, потому что очень много читал разных договоров или чего-то похожего. Мне надо, чтобы меня понимали, ну и когда-нибудь я научусь писать без ошибок, чтобы не выглядеть как там, глупый ребенок, и будет все отлично. Хотел вас еще спросить о миграции и о мигрантах. Вот вы много хороших слов о Литве написали, но наверняка многие, тоже реагируя, может быть, в некоторых случаях критично или болезненно на вашу запись, могли вспомнить о том, что
проблема, с которой столкнулась Литва, это миграция. То есть люди уезжают из Литвы в другие страны, и их действительно немало. Как вы ее для себя как бы объясняете? Видите в этом действительно проблему, или это просто как бы, ну, действительно, люди могут, у них есть возможность перемещаться из одной страны в другую, они пользуются этой возможностью свободно, и никаких здесь как бы никакого ущерба для экономики, для страны нет? Я вижу здесь очень большую разницу между Вильнюсом, Каунасом, Клайпедой и всей остальной Литвой. Скажем, Вильнюс как город растет, и я не думаю, что Вильнюс когда-нибудь посетит проблема уменьшения количества населения или сбегания молодежи. Наоборот, сюда все стягиваются, и как бы это понятно почему. Это действительно хороший, развивающийся современный город. Если брать какие-то маленькие города в Литве или деревни даже, то идея из деревни уехать жить в Норвегию или в Париж или в Ирландию, мне кажется, прекрасной идеей. Ну, то есть лично я бы так и сделал, мгновенно, как только появилась бы у меня такая возможность. И очевидно, что люди, да, будут ей пользоваться, и этот процесс невозможно как-то остановить. Но многие выбирают уже не иммиграцию, скажем, из маленьких городов, а переезд в Вильнюс, им кажется это более простым решением, более разумным. У нас вот из 20 человек, кто работает, наверное, в Вильнюсе родилось человек 5, почти все остальные приехали из других городов. И это тоже естественный процесс. Такое происходит во всем мире, в принципе. Ну, в Европе, по крайней мере, крупные города растут, маленькие города пустеют. В Литве конкретно это выглядит в том, что люди из маленьких городов уезжают за границу. Они имеют такую возможность. Надо когда-нибудь, люди захотят покупать снова дома, жить в маленьких городах, получать электроэнергию из ветряных источников, солнечных панелей, жить в собственном доме с собачкой и подальше от всякого города. Они начнут возвращаться в эти места. Литва для этого тоже отлично подходит. Вы написали, что, я возвращаюсь еще раз к вашей записи, что литовцы на самом деле лучше, чем сами о себе думают, особенно молодежь. Вот о молодежи. Почему вы здесь выделили особенно молодежь? Ну, я бы делил сильно литовцев, которые родились последние 20 лет, или, может быть, 25 лет, уже в независимой Литве, и те, кто родился в Советском Союзе и застал его каким-то образом. Есть категория людей, от которых я слышу некоторые похожие вещи на то, как это происходит в России, скажем, это касается бизнеса и жизни, и идеи, что там можно чуть-чуть обмануть государство или недоплатить налогов, или ну, разные мелочи, которые где-то считаются мелочами. Кто-то считает, что до сих пор надо взятки врачам давать в больницах литовских. При этом есть другое поколение, вот действительно просто совсем конкретно другое поколение, которое мыслит другими категориями, которое не понимает, как можно... Что такое не белая зарплата? Кто тебе платит в конверте? Тебе же не дадут кредит тогда на машину там, или на квартиру. И они мыслят гораздо разумнее, прагматичнее и честнее. И я, естественно, не говорю, что все в одном поколении мыслят одним образом, а все в другом поколении мыслят другим образом. Но я вижу очень большую разницу. И, конечно, я за молодежь, вот за это. Мне тоже импонирует простой подход, когда в стране кредиты на квартиры, скажем, дают под 2%, под 1,5%, под 1,7% годовых. Это отлично, это надо радоваться и этим пользоваться. Кстати, хотел спросить вас вот о чем. Раз мы говорили о культуре бизнеса, о всяких бюрократических моментах и нюансах, то есть как в плохом, так и в хорошем смысле, потому что бюрократия не всегда обязательно это очень плохо, да? Возникало ли у вас за время работы здесь в Литве и жизни желание, или, может быть, вы понимали, что вам намекают на взятку? Вот такие ситуации. Даже не близко. При том, что я был в самых разных организациях. Я был, скажем, в земельном комитете. Если брать такие организации, как в моем представлении, они вообще должны быть какие-нибудь жутко коррумпированные. Скажем, в России это будет просто пристанище коррупции, там всякие разрешения на землю. Боюсь представлять, что там происходит. Мне нужно было переоформить договор аренды земли, подписанный там, в 91-м году какой-то компании, которой больше нет. Жутко сложная в моем представлении история. Причем я сделал ошибку, мне надо было сделать срочно. Там, срок на это 30 дней, а мне надо было сделать там, за 10 рабочих. И я пришел туда, ну, вот, объяснил проблему по-русски, кстати. Это было в первый год как раз жизни в Литве. И спросил, можно ли сделать побыстрее? Они говорят, да, окей, постараемся. И перезвонили, через 3 дня все сделано, приходите, забирайте документы. У меня, конечно, не было мысли никакой взятки давать, но я просто хотел там оставить конфеты или что-то.
наотрез, в отказ, просто мимо вообще. И так видно, что люди даже чуть-чуть обижаются, что это, ну, что ты что-то хочешь отблагодарить. Притом это даже не вопрос про взятку, это просто спасибо такое. И тогда я понял, что тут мне надо подальше идти со своими мыслями про конфеты и как у меня это в голове уложено. И правила игры тут другие. И это я тут со своей советской ментальностью какие-то конфеты принес. А тут вот государственное учреждение действительно ко мне повернулось лицом и сделало довольно сложную вещь с удовольствием и быстро. Как вы думаете, вот если немножко посмотреть вперед, как дальше будет развиваться, исходя из того, что мы сегодня имеем, Литва? Какие изменения здесь в ближайшем будущем, на ваш взгляд, должны произойти и могут произойти? Потому что, ну, из разговора с вами я понимаю, что вы действительно думаете и анализируете ситуацию, поэтому можете делать такие выводы или заключения. Ну, я как раз хотел сказать, что не очень, у меня много мыслей по такому поводу, что дальше делать. Пока все вроде бы, мне кажется, все идет правильным путем. Рост зарплат, это обязательно надо делать во всех секторах. Во многих это уже происходит семимильными шагами. За те 5 лет, что я в Литве, минималка, вот когда я приехал, как раз уходили литы. Это было, по-моему, на евро 280, что-то такое в пересчете. Минимально. Сейчас ее подняли до 550 в этом году или 540 уже на руки. И все зарплаты растут вместе с минималкой. Это очевидно, что это надо делать и догонять все европейские страны. Кроме этого, я даже, честно говоря, не знаю, какая должна быть политика, но я не настолько в экономику интегрирован, чтобы понимать, что правильное решение, что нет. Все, что говорит Министерство иностранных дел, там, скажем, вот даже то, что говорит новый Ландсбергес, я под каждым словом могу подписаться просто. То есть, что касается ситуации там, с Россией или с Беларусью, мне это более понятно, наверное, чем большинству литовцев, потому что я это, ну, в этом варился частично. Это все разумно. Единственное, что, наверное, из общего могу сказать, что не терять здравый смысл, продолжать делать разумные действия, и все должно хорошо быть. Ну вот, что касается отношения к вам, все-таки вы приехали из России, крымские события, оккупация, другие агрессивные различные действия, это все какое-то имело отношение вот к вам, в отношении к вам, когда вы за эти 5 лет в Литве вы сталкивались, ну, может, не знаю, с какой-то антипатией или с переносом такой настороженности, да, к стране на конкретного человека, представителя этой страны, в данном случае вас? Мне кажется, большинство моих знакомых, тех людей, кто я встречал, очень хорошо разделяет человеческие отношения и государственную политику. В общем, всем понятно, что мои личные решения, даже если бы я очень хотел каким-то образом их проявить, вряд ли смогли бы повлиять на государственную политику российскую. И я не сталкивался с тем. Меня тут больше вот, особенно первое время, меня рассматривают местные как экспонат какой-то. Потому что местным не очень понятна мотивация переезда из России в Вильнюс. Местных вы имеете в виду русских, русскоязычных или вообще всех местных? Нет, литовцев именно, литовцев, жителей, да? Вильнюса, я имею в виду, да. То есть им непонятно, почему вы переехали из России в Литву? Ну, им вообще все это казалось странным. Типа парень переехал из России в Литву и начал с того, что построил комнаты, где он за деньги запирает людей. Это же можно и так преподнести, в общем, это так и есть. Следующее – это музей иллюзий, где тоже из названия вообще непонятно, что там внутри будет. Рассказывает сказки про экономическую ситуацию или там зеркалами обманывает. Так что да, в общем, конечно, людям необычно и странно, и потом необычно видеть, что человек по-литовски говорит с каким-то диким акцентом, и непонятно откуда, и по-русски, и с кем-то еще по-английски одновременно. В общем, мне кажется, я больше вызываю любопытство, чем на меня кто-то пытается проецировать государственную политику российскую. Спасибо. Очень интересно рассказали, на самом деле. Вот эти еще 2 пункта хотел бы затронуть. Волей-неволей все равно я возвращаюсь к той записи, которую вы сделали о цепелинах. Что не боль... как можно съесть, значит, 2 цепелина? Действительно для вас это вызов, вот 2 цепелина? Я не хочу, опять же, никого обидеть, но я по-прежнему честно считаю, что это просто отвратительная еда. Я не понимаю, как это можно есть. Она тяжелая. То есть холодный борщ – это замечательный легкий суп, который я ем каждый день, летом и там, зимой регулярно, и мне это понятно. Цепелином я просто не понимаю, как это есть, как это переваривать. И я 4, наверное, раза пытался уже
по новой открыть их для себя, но да, это просто... Ну, есть, условно говоря, русский суп окрошка. Это суп на квасе, да, где в том числе есть картошка, яйца, там, колбаса и так далее. Я его предлагал своим испанским друзьям попробовать. У меня есть двое испанских знакомых. В общем, выражение их лица, когда они это пробовали, очень похоже на то, как я пробую цепелины. То есть всем сразу понятно, что это не мое. Им тоже сразу понятно, что вот дальше первой ложки, им не надо это есть. Я думаю, что ваши критики сейчас могут убедиться в том, что вы действительно искренне и откровенны в своих оценках того, как Литва живет, что сделано, что не сделано, потому что вы, если вам что-то не нравится, вы так и говорите. Цепелины – это вот не та еда, которая... Ну, не вам, мое, да. Не ваша, да? И паланга тоже, я так понимаю, непонятно, почему нужно ехать. И паланга, да. Но вы там были? Были же в паланге, да? Да, это очень напоминает такие, знаете, худшие курорты, шумные, неопрятные, и мне как-то, ну, совсем не холодное море, ну, то есть там космос, все, что не должно быть на курорте, по моим представлениям, там присутствует. Но это все, что у нас есть. Нет, я понимаю, но теперь мы как бы в Евросоюзе, то есть я честно не понимаю, ну, зачем ехать в Палангу, если можно, да, те же деньги с теми же друзьями, сесть на самолет и через 2 часа в разные места, причем ездить по Европе, летом уже полно разных мест, куда можно поехать искупаться, где и море теплее, и... В общем, ну, не всем все. Хорошо. Еще один вопрос такой в итоге. Вы сейчас получили вид на жительство постоянный. А думали о гражданстве литовском? Или пока это еще очень далеко? Это очень близко уже через... Гражданство можно получить в Литве, когда проживаешь 10 лет на легальных основаниях и сдал там экзамен по языку, по конституции. Соответственно, этот вид на жительство постоянно – это просто промежуточный этап перед гражданством. Да, думаю, что я буду получать литовское гражданство, если Литва согласится мне его дать через 4 года, видимо, это произойдет. То есть вы хотели бы стать гражданином Литвы, да? Да, да. Ну что ж, тогда вполне возможно, что через 4 года, если не в этой, то в какой-то другой студии или на какой-то другой площадке мы еще встретимся и будем уже говорить с гражданином Литвы. Возможно, да. Матвеем Новым. И я благодарю вас, Матвей, за то, что вы сегодня нашли время, приняли участие в нашем разговоре, таком праздничном разговоре, который был отчасти посвящен и 31-й годовщине восстановления независимости Литвы, потому что, как я уже говорил, мы все равно так или иначе как-то оцениваем то, что за это время произошло. И благодаря вам тоже, наверное, смогли как-то на себя посмотреть со стороны. Вот, спасибо. С праздником. Вам спасибо тоже за обратную связь и за то, что я поучаствовал в общем в национальном осознании чего-то. Чего-то. Я еще до конца не понял, как. Благодарю, Матвей. Напомню, что вы смотрели программу «Дельфи. Главное». Встретимся мы через неделю. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, а также смотрите нас на нашем канале в Фейсбуке. Ну и, естественно, читайте «Дельфи.ру» в интернете, само собой. До встречи!